Здравствуйте. Вот у меня на Ford Taurus, значит, происходит сейчас с автоматом такая история. Вот я включаю драйв, неважно это драйв или овердрайв включишь, потому что она все равно с первой передачи включается. Поехали. Вот только тронулся, уже вторая. Вот она, вторая, третья. Так не бывает. На скорости до 10 километров произошло включение до третьей передачи. Какая неисправность? Неисправность очень проста. И даже когда останавливаешься, машина глохнет на тормозе, на тормоз ставишь, машина останавливается, потому что не перешла на первую передачу коробка. Значит, что это происходит? Почему это происходит? Коробка управляется компьютером. Датчик скорости, который стоит на коробке, подводятся провода и от коробки, и от датчика скоростного передается информация на компьютер. Скажем, на 10-15 километрах должна включаться вторая передача. Компьютер ее переключает на вторую. Дальше скоростной режим доходит, скажем, третья передача должна включиться на 30-40, к примеру. Включается третья передача. Ну, а четвертая передача на Ford Taurus, к сожалению, ну, не только на Ford Taurus, на Chevrolet у меня, это G20 Chevy и Chevrolet Tahoe, они после 80 включают четвертую передачу. Вот. Но это все управляется датчиком скорости. Вот здесь вышел датчик скорости. Если бы у меня еще и на шкалу спидометра выходил электронная подача, я бы уже по спидометру увидел, что вышел из строя датчик. Но у меня приходит тросик. Поэтому здесь только можно таким образом определить. Компьютер получает неверную информацию и переключает коробку, как ему хочется. Таким образом, поменять датчик скоростной, даже к мастерам не ехать в автосервисы с этим делом, купить датчик скорости и заменить самостоятельно его. На этом до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.